Больше 40 пострадавших в Керченском политехническом колледже находятся сейчас в больницах Москвы, Крыма и Краснодарского края. Большинство получили минно-взрывные ранения, разрывы мышц и внутренних органов металлическими предметами, которые сейчас вызывают воспалительные процессы. Вот такие гвозди и болты минувшей ночью хирурги извлекли из ран пациентки в московском НИИ имени Вишневского. В ведущие столичные клиники доставлены 9 раненых, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Трое взрослых и 6 девушек от 14 до 19 лет. Состояние у 3 девочек стабильно тяжелое, с улучшением от вчерашнего вечера. И у 3 пока крайне тяжелые, они интубированы на искусственной вентиляции легких, но либо уже без кардиоподдержки, либо с минимальными дозами кардиотоников. С теми больными, которые находятся в сознании, работают психологи с момента госпитализации. Здание колледжа в Керчи обследуют с помощью комплекса «Струна», чтобы определить устойчивость конструкции после взрыва. Занятия в остальных корпусах начнутся не раньше вторника. Следователи детально восстанавливают картину трагедии и мотивы, побудившие подростка к расправе. В этом могут помочь и показания пострадавших, и тех, кто в первые минуты оказался на месте. О ходе расследования репортаж Николая Долгачева. Становятся известны новые детали самого преступления и его причин. Здесь, в колледже, спецгруппа следователей осмотрела все помещения. Каждый шаг детально документируется. На стенах и в дверях кабинетов отверстия от выстрелов. Имеются следы от попадания фрагментов картечи. Картечь Росляков использовал для максимального поражения на близком расстоянии. Все замеры, пробы и вещественные доказательства описывают и отправляют на экспертизу. Данное вещество является кровью. Образец данного вещества изымается, упаковывается, опечатывается. О первых результатах и достоверно установленных фактах на месте докладывают главе Следственного комитета. Надо просто понять, что явилось сегодня толчком, именно сегодня, чтобы это произошло. То ли это какой-то график, план, когда он наметил заранее, да, вот именно сегодня произойдет. То ли это спонтанный какой-то толчок. Мы практически пошагово постарались проследить его путь с утра, как он садился в маршрутное такси, доехал до школы, пути его захода. Убийца первым делом заперся в неработающем туалете, где переоделся. Свой образ он готовил так же тщательно, как выбирал оружие. Военные ботинки на ногах, чтобы случайно не поскользнуться. Тактическая перчатка на правой руке, чтобы крепче держать ружье. Беруши в ушах, чтобы не глохнуть от выстрелов. И футболка с надписью «Ненависть». Городская больница Керчи. Сюда в первую очередь привозили раненых. Информация, известная врачам, крайне важна и для расследования. Характер ранений, детали, которые вынимали из тел раненых. Все это изучают сейчас эксперты. Врачи говорят, что огнестрельных ранений было немного, большая часть пострадавших от взрыва. Осколочные ранения, инородные тела в мягких тканях. Типичное повреждение в основном, наверное, процентах в 70-90 случаев нижних конечностей. Важные свидетели, спасатели, которые первыми прибыли на место. Это подразделение Сергея Ерохина. Он первым оценил масштаб трагедии. Понятно, что быстро закончили штатные средства помощи. Чем перевязывали, что делали? Перевязывали всеми подручными возможными средствами. То есть это шнурки. Ученики доставали свои ремни. То есть этот занавески валялись, тоже брали. Чем могли, тем и перевязывали. Один из главных вопросов следствия, где Росляков мог добыть материалы для бомбы. И вот возможный ответ. Судостроительный завод «Залив». Здесь убийца проходил учебную практику. Сейчас там работают следственные группы. Есть и версия, что тротил преступник добывал, собирая старые снаряды и мины. Керченская земля еще со времен Великой Отечественной ими насыщена. Но поисковики Керчи в это не сильно верят. Все в таком состоянии. То есть тут быстрее палка стрельнет. Там опасные какие-то предметы. Просто физически даже при большом желании не удастся даже разобрать этого. Преступник не только взрывные устройства научился собирать, но и стрелять умел. Это центр подготовки «Эгида». Здесь учат обращаться с оружием, и Росляков здесь бывал. Да, отлично обучался. Он не месяц обучался. За один день все выучил? Да, за один день. Это вы его учили? Да, мы учили. Стрелять учили? Стрелять он сам учился. Сразу несколько знакомых Рослякова утверждают, что у него было 2 главных увлечения – оружие и компьютерные игры. Частично это подтверждает и его отец. Это все интернет, Иваны. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Больше я ничего не видел. Они без меня 8 лет жили. Приходил моей маме
папик. Его мама со мной не хотела. Есть версия, что как раз с помощью сетевых игр убийца сумел заработать деньги. Как говорят профессиональные геймеры, за продажу своего аккаунта или виртуального оружия можно выручить десятки тысяч рублей. Мой друг продавал персонажа своего за 50 тысяч. Рублей. Да, рублей. Выявить тех, кому противопоказано не виртуальное, а реальное оружие, не всегда могут даже опытные психиатры. Так произошло и в случае с Владиславом Росляковым. На самом деле в этом особенность психических и поведенческих расстройств. Не всегда они протекают остро в виде психоза. Они могут начинаться исподволь. И по внешним признакам человек может совершенно не отличаться и даже в поведении от всех окружающих. Угадать вот ситуацию в таком персонаже, угадать потенциального закрытого вот такого убийцу, который вот так может такие совершить, ну вот специалисты мне, по крайней мере, что практически это на грани фантастики. Деталей стало больше, но полностью понять, как сложилась конструкция преступления, все еще трудно. Известно, что Росляков иногда выезжал в Харьков, но неясно зачем. Известно, что он искал в интернете людей, у которых был опыт боевых действий, но, по сути, ни его самого, ни людей, которые на него могли влиять, не знали даже близкие. Николай Долгачев, Вероника Катькова, Денис Погорелый, Николай Пырх. Вести, Крым.